Новый год будем справлять на социальной дистанции с санитайзерами и в масках. Их теперь шьют и для Деда Мороза, и Снегурочки. Центром притяжения на новогодние праздники, как и в прошлом году, станет площадка перед центром семьи Казан. Уже сейчас здесь установили самую высокую 35-метровую елку. Ледовый городок пока только устанавливают, но уже через 2 недели здесь будет очень оживленно. И несмотря на коронавирус, туристов ожидается немало. Уже забронировано 85% всех номеров в гостинице. И это не предел. На сегодняшний день во всех средствах размещения, во всех местах посещения соблюдаются строгие нормы в соответствии со всеми постановлениями Роспотребнадзора. Это и маски, это и социальная дистанция, это и санитайзеры. Поэтому в этом смысле на всех точках обеспечен максимально безопасный режим посещения. Из-за закрытых границ в этом году на новогодних гуляниях в Татарстане не встретишь иностранцев. Раньше это был каждый 10-й приезжий. По данным туроператоров, поездку в Татарстан запланировали в основном жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга. Активные наши соседи – Чувашия, Удмуртия, Мариэл, Кировская область, Самара, Нижний Новгород. Но я думаю, это будет только плюс для города. Пусть увидят нашу красивую Казань, новогоднюю, и очень яркую, красочную. Я сама как бы не планирую прям в толпу идти, поэтому мне не принципиально, но в целом это, да, не очень, конечно, хорошо. Чтобы поддержать и туристов, и саму туриндустрию, в начале января в расписании Казанского аэропорта появятся десятки дополнительных льготных рейсов. Новогодний подарок для всех – специальная программа «Тысяча и одно удовольствие» на выходные. За 3000 рублей можно отправиться на 2 дня в 1 из 6 районов – Сабинский, Камско-Устинский, Арский, Кукмарский, Чистопольский и Елабужский. Вы узнаете о Рождестве в семье Цветаевых, любимом семейном празднике, услышите стихи Марины Ивановны о Новом годе и Рождестве у праздничной елки, украшенной в дворянском стиле. Заглянуть в гости можно будет и в резиденцию Кыш-Бабая. В этом году вокруг нее появился лес чудес. Интересное обещают и в Свияжске. Для детей здесь покажут интерактивные представления, как Добрыня Новый год спасал. Юлия Гоглева, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.